Здоровенькие ребята, вы на канале Фордмаг, вернулся наш замечательный, потрясающий Роман Донской. И, короче говоря, Дио будет объяснять Пуче, как родить, если ты мужик. Да, вот зеленого ребенка, зачем делать его из кости, из кучи жертв? Можно ж просто родить. Только как это сделать? Давайте узнаем. Когда-то я верил в то, что мир прогнил дотла, пока однажды не встретил человека, который сказал, что все еще можно исправить. Его звали Дио, и у него были огромные яйца. В тот день он сказал мне: «Я знаю, рай существует, Пуччи». Я знал, что Дио любит поговорить после секса, но в тот вечер он был убедителен как никогда. И хотя его хуй дарил мне райское наслаждение, я понимал, что Дио говорит не о нем. Я знаю, что ты хочешь достичь рая, Пуччи. А также я знаю, что ты хочешь, чтобы я поставил тебя раком. Но сегодня я хотел поговорить с тобой о кое-чем более важном. Хочешь ли ты оставить после себя след, Пуччи? Я говорю о цветах жизни, о детях. Мне вот похуй, что трахать. Но раз уж ты пидорас, секс с женщиной — это не вариант. Возможно, именно для того, чтобы оставить потомство, некоторые мужчины терпят женщин. Но что, если я скажу, что есть и другой путь? Скажи мне, ты веришь в кабачки? Бля, как же я, сука, по вам в кавычках скучал. Нет, не скучал. Тебя типа в капусте нашли или... Капуста не густо, а вот кабачки — это путь к раю. Кабачки всемогущи, и благодаря кабачкам у тебя будет ребенок. Дио подарил мне новую веру, однако вскоре его не стало. Куджа Джотара положил конец кабачкам, и вместе с ними пал и Дио. Раковый форс был закончен. И этот мем постепенно утратил свое могущество. И стал, блядь, раковым. Ужасно. Вот честно скажу, кабачки достигли в свое время такого отвратительного состояния, в котором, ну, реально, черт подери, я не знаю. Ну, слушать уже было невозможно. Ладно, еще шутки про котлеты и по пятой части, но вот кабачки уже просто хотелось этому человеку эти кабачки в рожу засунуть, чтобы он подавился. Но я обрел веру. Я знал, что Дио не стал бы мне врать. Я верил в то, что кабачки еще покажут свое могущество. Что они укажут мне дорогу к раю. И у меня когда-нибудь будет кабачковый малыш. А, ну это все. Окей, вот такой вот коротенький ролик, с которым вернулся наш замечательный, прекраснейший товарищ Донской. Я реально в ахуе, вы, наверное, тоже. Посмотрим, к чему это приведет. Вообще удивительно, что спустя такое долгое время он возвратился, чтобы порадоваться жижа-контентом. Респект и лайк, поддержите автора оригинала всеми возможными способами. Колокольчик не забудьте, чтобы не пропустить новые реакции из виду. И спокойной ночи, дружки-пирожки.